Как назвать-то? Союз погорелся, да? Да, вот эти. Пострадали. Тут не один раз. Вот эту кладовку я чего сломал? Ее сломал, она стояла так это, поджоги были тоже. И главное, один раз ночью было. Я потом, я на водиле, большой машиной зацепил, трассом ее развалил. Думаю, не дай бог, все подожгут. Но это было прошлый год. И что характерно, я нашел вот там бутылку зажигалки, вот бензин этот, от этого, для зажигалок. Такая бутылка. Нет, написано бензин для зажигалок. Тут ходят, мародерничают. Вот. Он подстройки-то 20-х годов. И да, это как типа общежитие, тут квартирки-то маленькие. И он, мы пацанами бегали по кругу, вот здесь вот. Тут вы здесь с самого детства, да? Ну, со своего-то детства, да, давненько, где-то 60-х, 50-х годов. Мать переехала где-то, когда работала в МВД. Это я уже тут оборвал. А проводка здесь нормальная была? Вот эту проводку где-то в 70-х, 80-х годах поменяли. Это я уже сейчас оборвал, счетчик снял. И где-то снял на эту самую. У меня тут стояла мечта. И под этот самый. Ну вот. Это была пятая, а та 3-4. Это мы уже сами проход делали. Будем так. По проводкам оборудование как-то? Не проводка. Значит, приехал уставший, видать, и отрубился. Уснул, будем так, и крепко. И мать спала тоже. И тут вот хипиш такой начался, что там сторона-то, та именно вот горела сторона. И люди-то это, я давай, это, мать собралась хорошо. И окно-то я выставил, одно выставил окно, а второе-то разбил. И вот потянул, и руку шелк, слышу, шелкнула рука-то. Угу. И вот такие вот дела. А там вот она, огонь-то пошел. Я не знаю, как он. Дым, видать. Я когда открыл две дым. Ну вон она там, она лежала-то, погибла, Анька, с пацаном. И надо было про это самое выбежать, выбить стекла, да, туда там бы народу, по-моему, с кучей я поднимался тут. Народ бы как-нибудь принял, потому что эту-то поймали же они, Ленку, там в угловой квартире. Та бы вообще не выбралась, потому что самое пекло-то там было. Если вот хотите, можно туда пройти. Вот здесь где-то что-то плеснуло. Ну тут обязательно не канал, а коктейль Молотова, видите, как обуглилось. Это о чем говорит? Это оно возгорание, оно дольше горело, и видите, как это. Бревна это капитальные. Uh-huh. И обуглено вот как. И еще у них там. Это вот о чем говорит? То, что. А то, что здесь что-то запалили. То есть это если бы это было просто возгорание, да, случайно? Ну или, конечно, наверное, не так было. А как раз электричество вот здесь. Ну, оно, они это самое. На электричество нет. Я говорю, мало это. И второй очаг вот там был. Тут Оксанка жила, Леона живет, за стенкой. Вот видите, тут даже где штукатурка, она не так обгорела. Ну вот здесь, наверное, он шваркнул что-нибудь. Потому что перегородки, аж пол прогорел. И вот тут перекрытие, вот эти, не перекрытие, а лестничные эти, марш, там вообще сгорел. Ну вот, смотрите, как здорово тут. По сравнению как с нашим, с нашей стороны. То есть это все нужно было специально. Ну, да, что-то я бензин или что поджег. Ну, наверное, бензин, скорее всего. Тряпку, наверное, быстро, да? Нет, бензин. Ну, приснули, наверное, что-то. И спичку ищет. Вон балки, смотрите, какие балки. Она как горела, и балки аж сгорели. Это же балки перекрытия. Вот. Ну, факт то, что это. Вот здесь она горела. Оксанка за стенкой спала. А тут всю шуровала. Провода собирают, обжигают и сдают металл вообще. Специалисты. А тут явно поджог, ну, я ни на кого не клюющу. Просто не знаю. Это, наверное, копать нам ребятам.